ж БТР вперед пустим. А черт с ними, они там что-нибудь придумают сами. Главное, что... Их и так сажают. Если нас постреляют, я заявку буду писать. Да, проблем нет. Чё ты будешь? Заявку на вход писать. Кого? На них. Зачем? Если они нас постреляют. Тимкил? Да. На респе? Нет, на респе, но если такое, знаешь, вам серьезный тимкил, там человека 2-3, то я уже буду писать. Так, если ладно, одного там, черт. Меня вообще понравится. Плавающий респ. Что тут дальность тоже такая уже и маленькая, не лагает. Сколько здесь? 3500. Можно уменьшить. Да, что они с горы? Их турнист, дракон. Да. Прыгающий, по-моему. Да. Ну, с него стрелять на самом деле, если ты вот ни разу не стрелял, вообще чуть не попадешь никогда в жизни. Я с 200 метров упор в шину промахнулся, потому что это хрень. И прыгает. И прыгает. С 200 метров упор. Он просто поверху спирали, вот поверху траектории такой взял, начал приборол делать комплект. Просто я такой с фейспалмом сижу, больше никогда не буду сегодня в одну миссию это. Я поэтому с РПГ не бегаю. Вообще, так, с любыми гранатами. Вот Арма очень странно играл, вот я смотрю сейчас наверх. Ну, два ТП, я смотрю вниз на Нагару, 64. Не знаю, okay. Смотрю вверх 40, смотрю вниз 34, а нет, 53. Я смотрю вверх 9. 61. Ну, мы так и собираемся вообще-то. Давай просто в рандомный там компаунд заедем. Может, снайпер сойдет, дай снайпер сойдет. Лазь скорее, быстро. Он далеко высыпал. Все, Данил, в компаунд давай. Дойдет. Любой компаунд заезжай. Что-то там белеет. Ну, там пульки летают какие-то. Пульки? Это кто? Да. Уже страшно. Ой, что это за эхо? Да. Что за эхо? Может, здесь выйдем? Едем нормально. Вот в этот компаунд заезжай. Скользко. Включить. Чистим дома, занимаем позиции с моря. Масля на Талим, по-моему, пройди Талим. Да. В шапочках. Может быть. Платье. Поднимайся наверх, смотрю, блин, у вас. А может они нас не слышали, не видели? А на кто фраг кто-нибудь отшелся? Ребята, вы в город зашли уже или? Да. Чуть не убил вас. Слышите, на стол в Праге остался кто-нибудь? А зачем? А по-моему я слышал шаги, там кто-то в Праге. Ну пофиг, угонят так угонят. Шпина сладко тут будет ездить. Я короче вперед туда. Свои. Я могу заправку ГПш. Ты тупой, что ли? Я закончу сейчас. ГПш. Оу. По мне бьют? По-моему. Да. По мне. Thank you.
Картошка-то на КВ? А, у меня нет больше гранат, пацаны. ГП нет? Нет, ну гранат, в смысле... Да. Она у них на респе есть. На второй канал. Ну это сложно. Белка, прострелите дом, по которому ПКМ бьют. Не валяшь, при южной заправке. Я в бункер большой забегаю. За тобой. Зашел бункер. Бутер на связи? Да. Прошу имя эту вышку на мечети на 320 вверх. КПТ. Вышку мечети. Минари. А мне не видно, я сейчас я проеду. Разрушенный, полуразрушенный. Я понял. Пошли вперед. Дальше двигаю. Дом зачистили, нет? Нет. Саш, давай так гранаточку. Куда? Ну в тот дом, пока мы по КМ работаем. А я не видел, не знаю. А я могу за КП жить. Я смотрите, стреляю по нему. Да. А откуда? Сейчас буду нормально ГПШ. Так. Да зайти заражу просто. Я понял, я иду. Там кто-то бегает, по-моему. Я туда подбежал, короче, к этому дому, рашу говноря, вы это. Ой, не ГПШ, не ГПШ, не дурнус. Все, все, все. Еще есть. Живой? Я живой, я его убил. Что-то Фози, по-моему, сказал. Что, живой? А, живой все. Живой? Нашел убить. Сколько зеленых уничтожили? Пока что три. Творог жив? Творожка убили. Да, творожка убили. В доме, который на 300. Вот левее того дома. Точнее, где он... можешь дать? Левее дома, который он убил. Там враг. Ты охуенно говоришь, ты метку можешь дать? Надо еще твоих убить. Mm-hmm. Свой второй этаж. Я возле сгоревшего ПТР спечу. Here.
связи? Да. А чё за дым? Какой он где? От заправки на 340 примерно. В глубине. Там этот костёр, скорее всего. Где-то там кто-то кряхтит в районе дыма. Там дым, очень сильный дым. Как будто этот кинул дымовую гранату. Короче, на себя метку дал, буду от нее ориентирован. Ой, у меня кто-то кряхтит. Это боты. СВД своя была? Не знаю, только АВ мог стрелять. Промолчу. СВД, второй этаж на 20, правее этого минарета, дом двухэтажный. Минус бот и минус Паша. Что? Паша кто? Паш, там в том доме два было, прикинь, который я забегал. А, ты Джордан убил? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Классно. И он выжил, да? Наверное. А, нет. Это Белка, что ли, психолог? Нет, Джордан ранен. Ранен Джордан. Хороший выстрел. Кто так дал красиво? Белка. Найс. Белка топ. Как он выжил вообще? Не, он реально хороший выстрел сделал. Ты же даже больше, я даже в этом доме выжил, при этом его дом вообще не нанес. То есть, мой дом ломали с БТРки, он обрушился, но как бы я остался живой. И бегал по нему. Так, это у меня чики-брики, что ли, убил? Это да. На тебя божественный щит повешали. Только а, он лестницу смотрел. Но этот же дом, он же довольно читерный, у него только один ход. О, а вы добежал? Давно? А ты что, он с базы бежал или что? Не, он бежал с этого, с... Развилки. По пути да. Где-то. А что с ним случилось-то? Ну, он просто сказал, типа, высадите меня. Его высадите. Ну, он просто снайпер. Каждый раз... Ну, АВ просто первый погибает, и ему как-то обидно стало, он решил... Хоть побегаю его больше. Осторожнее стало. Да. Я все понять не могу, а Джордан и с этим Чики-Бриком, они в одном доме сидят? Нет. Чики-брики вообще в другом. Смотри, он в белом чики-брике, а Джордан в таком... У меня мини-карта. Не, вроде Джордан еще не хрипит. А при чем здесь мини-карта? Ты пробел нажми, у тебя будет, ну, вид меняться. Вот оно чё. Да. Мы довольно неплохо зашли. Ваши ребята как будут стоять дома? Брики по кому-то стреляют. Ох, зверь. Меня добивает. А я так чудно отплываю. Так он стоял, долго ждал тебя. Ну его, по-моему, вычислили уже, то есть его слышно было, как он стреляет. Под ним там кто-то ходит, ну или рядом с ним. Белка. Да, белка. И в этот дом можно все-таки попасть? Нет, нельзя. Блин, он сейчас выглядывает огонь, потому что видите. В окно. Походу Джордан не придет в себя, его хорошо накрыло. Да. Ну, его прям вот этот пристройка, он туда попал. Кстати, слушай, да, я реально мог Спитера спасти. Ты такой заходишь, я что-то думаю, свой, не свой. Когда уже начал... Нет, он нет, меня был. Убили, спина выстрел было. Больше не занимай мою дырку, пожалуйста, не хочу умирать. Он в тебя прям зажал.
Ну да, а чё? Я такой подумал и тоже у него зажал. Да. Не, да, знаешь, такой смотрит он на балкончик, такой, ну решил на тебя посмотреть, и все, и мне прилетает уже. Конечно. Я тоже на балкончик вышел, я тебя сразу увидел. Оу. Кого? Ты тут не попал. Причем конкретно так? Белка, по-моему, перебегала или не Валяшка? Не Валяшка была. Но они его вычислили, скорее всего, они там с Белком базарят. Белки, по-моему, еще один заряд остался для РПГ. Ой, там еще 6 зарядов лежит у нас. Ну да. Да, Джордан, походу, не встанет. Кто, кстати, РПГ подарил? Я подарил, я уже сдох, он в мой дом зашел и утонул меня. Ну или Прайс тоже, который БТР выдал. Не, у меня кто-то был дракон. Ты попал с него? Невероятно. Да. И вблизи он удобный, на дистанции надо его будет прыгать. Мне кажется, неваляшка этого чики-брики сейчас оформит по лучшей программе. Я верю в него. А вот гранаточки, по-моему, кстати, через стекла пролетают, насколько я помню. Гранаты сквозь дома пролетают. С полы и стены. Сквозь крыши. И сползая по стене, со второго этажа, сквозь пол падает на землю. И убивает тебя. Так, щит. О, Джордан, а вот тут возможно, кстати, Паш, возможно этот дом через крышу забраться, умер? Где там? Не, он живой еще. Джордан умер у меня, по крайней мере. Меня даже. Да? Походу, нет, решил это он живой. Самый... Ладно, у меня он еще. У меня он ранен. Богоюзит? Богоюзит? Нет, у меня он написано ранен. Да, same shit. О, кстати, сейчас чики-брики услышал неваляшку. Неваляшка выпалил твое тельце и... О, слышал, как лег чики-брики. Поднял, слышал. А пол не прошивается? Мы... Нет, мы с неваляшкой просто очень много в КС-ку играли, он теперь все по звукам нормально шарит. Сейчас белка будет бить. Он сказал белке, да, дай ему... Прикурить. Да-да-да. Из РПГ. Get some. Ой, прям в стол окна как раз. Видишь, четко? Да. Четко сработано.